видите на Майдане и на улице Небесной Сотни нет больших декораций. Это всего лишь только тумбы и подиумы для того, чтобы стояли люди. Люди – это то, чем мы гордимся. Вами мы гордимся. Мы гордимся теми людьми, которые что-то сделали для страны. Военные, как военные. Медики, как медики. Музыканты, как музыканты. Мы гордимся талантливыми людьми нашей страны. Это и есть главная цель и миссия. То, что мы хотим донести в том торжественном действии, которое будет происходить здесь 24-го числа. Не будет техники военной. Потому что акцент мы делаем на тех прекрасных, отважных людях, которые этой техникой управляют. То, что сейчас мы репетировали, то, что сейчас происходило на улице Небесной Сотни, это, на мой взгляд, особо важное действие. Оно было задумано с большой любовью и с большим уважением к людям и к событиям, которые разворачивались на этой улице. Ведь оттуда все началось. Там будет действо, которое прежде всего о памяти к этим людям, прежде всего о том, что мы не забыли.